Япи, Скуиди. О, это все, что было в этом банке. Пару кристаллов и немножечко монеток. Эх, мне бы мороженка. Тут так жарко. Магистр Йода, я должен идти. Что-то взорвалось. Дарт Вейдер спасен всех. Вейджер, Вейджер! Лорд Вейджер, вас нет в этой сцене. Я прошу прощения, Лукас, я не знал, да. О, да ничего страшного, Вейджер. Идем поедим пару пончиков. О нет, только не это. Помогите! Фух. Вау, ну привет. Привет. Я думал, это здание пусто. Это наша секретная база. Это Джасон и Эфиня. И я Сквид. Я имел в виду Пи Сквиди. К слову сказать, там коп за этим домом. Не волнуйся, у нас есть плазменный щит. Я его включу. Эй, выбирайтесь отсюда, космический мусор. Это было здорово. Да, и у нас, кстати говоря, есть план. Каков план? Мы планируем уничтожить космическую полицию и их центральный пункт. Но это еще ничего не организовано, поэтому нам еще нужно продумать множество мелких деталей. Эй, чувак, знаешь, тут появился новый бандит, его зовут Сквидмен, по-моему, в секторе 6, и он себя называет Пи Сквиди. Неужели? Это ужасно. И что ты думаешь, нам нужно делать? Даже не знаю, босс по поводу этого ничего не говорил. Как-то все это странно. Круассанчик. Джасон, не ешь это, ты будешь таким же толстым, как моя бабушка. О, мой бог. Итак, вот план. У меня есть много друзей, которые могут помочь нам уничтожить центральный пункт космической полиции. Да неужели? И как же ты пройдешь мимо всех офицеров, которые в центральном пункте? Вы бояться не должны. Мои друзья уже разместили толпу в центральном пункте. Нам нужно прийти туда и для меня классный план. Но, Криня, ты можешь сделать круассановских дронов, которые будут править галактикой, и мы будем править тоже. Сквидмен, ты в порядке? Я Пи Сквиди. О, Криня, ты мне никогда не рассказывал про такие сьюты. Они выглядят как ниндзя-сьюты. Все потому, что я сделаю их сегодня. Ты не называй меня так. Окей, за мной. Ну, и где бомба? Вот она. Давайте ее детонируем. Ой-ой, капитан. Краник, Джасон. Здорово. Мы богаты. И теперь мы можем купить все, что мы захотим. Я бы купил себе пони. Что? Что ж, теперь нам нужно как-нибудь довести это до дому. Вон сундук. Хорошая работа, Сквиди. Хорошо сработали, парни. Но что будем делать теперь? Что? Что за протокол? Командир, я нашел ваше сокровище. Тебе потерять. Что? У тебя есть командир? Ты мне никогда не рассказывал про это. Делайте с ними все, что хотите, командир. Краняк! Уничтожить. А-а-а! Пи
Вы за это заплатите! Джасон, не могу поверить, ты сделал это. Ты герой. Я сделаю все ради друзей. И, кстати говоря, у нас остались денежки. Мы можем тебе купить новую ногу. Ей!